Стихийные свалки, сбросы в водоемы, загрязнение воздуха – все это осталось в ведении Минэкологии. Снятие доп. Нагрузки в виде контроля за полигонами, которое с недавних пор в ведении МинЖКХ, позволило сконцентрироваться именно на этой работе. С начала года Министерством природы и цикличной экономики было проведено порядка 380 рейдов в отношении юридических лиц, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Было выдано порядка 380 предостережений. В 32 случаях виновным назначены штрафы по 100 тысяч рублей. Судя по всему, сумма недостаточно внушительная, чтобы отвадить жителей региона от необъяснимой тяги бросить свой сор и хлам в ближайшем леске, овражке, поле. Так что задача все-таки не просто научиться перерабатывать, но и банально не гадить там, где живешь.